Конституция должна, по сути, на нас работать, а не на них. Добрый день, меня зовут Глеб Токмаков, и я ученик 5 класса. Давай, Глеб. Тут были почти все. Люди, относящиеся тем, кто борется с коррупцией, люди, которые относятся к газетам, люди, которые учатся в институтах, в университетах. В общем, я хотела выступить с предложением. Раз критикуешь, значит, предлагай. Кто-то сказал, что власть миллионов, а не миллионеров. Да, это правильный лозунг, я с ним согласен. Но в огромной стране невозможна власть народа. Каждый хочет чего-то своего. Каждый хочет чего-то своего. Поэтому... Неважно будет, кто у власти. Навальный, Путин. Важно, это важно. Но нет, это не важно. Просто главное, чтобы поменять саму систему власти. Систему образования, систему здравоохранения. Я учусь в школе, меня удивляет, почему школа настолько политизированная. Там, где за то, что ты не нарисовал какую-то картинку про нашу власть, могут поставить двойку. Да такое не должно быть. Где во власти находятся коррупционеры, которым Конституция должна, по сути, на нас работать, а не на них. Почему в нашей стране Конституция против Уголовного кодекса, Правового кодекса? Надо менять Конституцию вместе с Уголовным кодексом. И все. Относиться с уважением к тем, кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути детей, призывая их, в том числе суля некие награды, принять участие в несогласованной акции в несогласованном месте.